Привет, друзья, с вами Локи, и мы продолжаем играть в This War of Mine. У нас третий день выживания, и Злата с прошлой вылазки довольно неплохо смогла принести продуктов. Сильно устала, голодна, но я думаю, она сейчас перекусит и пойдет отдыхать. Так, что у нас? Ты тоже голодна? Давай, пойдем на верстаке сделаем. Так, сильно устала. Давай отдыхать. Мы сделаем немножко дров. Вот так вот. Павел голоден и устал. Ну, давай тоже перекуси. Что у нас еще осталось? Вот здесь дверь. Ящик. Так, слегка болен, приходит в себя, хорошо. Он пускай пока съесть, пускай Злата все съест. Так, Павел, куда пойдем? Ага. Хорошо. Тогда ты иди сделай растопку. И включи радио. Посоветовали мне заколотить дырки в доме. Это я прочитал в комментариях. Друзья, на самом деле, в первый раз, когда я играл и дожил до 13 дня, я как-то особо не разбирался именно вот в этом и не заколачивал дырки. То есть я до 13 дня прожил спокойно. Так, надо какую-нибудь музычку найти. Вот. Отлично. Ну что? Так, вот в этом ящике мы все осматривали, да? Да. Тогда Павел. Павел. Нужно улучшить верстачок. Снаряжение. Отмычка. Давайте сделаем две штуки. У нас есть возможность открыть эту дверь и так, и лопаты. На лопату нам не хватает запчастей. А что нам нужно для улучшения нашего верстака? Запчасти. Не знаю, насколько это сейчас в данный момент будет полезно, но посмотрим. Можем улучшить. Нет, все равно запчастей, компонентов точнее, немножко не хватает. Посмотрим, что у нас вообще есть. У нас есть бинт. У нас есть куча сахара. Ага, сахар.
Слушайте, по-моему, можно сделать, если я не ошибаюсь, вот этот вот, вот, коллектор дождевой воды, на него тоже нужны запчасти, дерево. И тогда мы сможем добывать воду с помощью фильтра, ну и с помощью сахара, потом еще и самогон гнать. По всей видимости, я думаю, так. Посмотрим, может быть, можно еду сделать. Та, что у нас есть. Так. Вот, блин. Расходные материалы. Книги. Книги. Дерево. Ну, давайте два дерева. Более питательная еда будет. Так, и двойную порцию. Вода по одной. А если одна порция? Да нет, давайте лучше две. Так, Павел. Еще одна отмычка. Шикарно. Взять все. Взять все. Завершим день, смысл тут оставалось всего ничего. И посмотрим. Слегка болен и голоден, спит в кровати. Быстрый бегун будет добывать, охранять, охранять. Итак, школа. Эта школа несколько раз была под артобстрелом. Потолки немногих погребов обвалились, поэтому лучше взять с собой лопату и, возможно, другие инструменты. Ходят слухи, что в здании обосновались какие-то бомжи. Тихий дом. Много еды, лекарств и запчастей. Нам здесь делать нечего, если мы не готовы воровать. Ну, пока, друзья, я воровать не хочу. Супермаркет. Это очень жестко. Лучше не мешать. Так, разрушенная вилла. Говорят, что здесь живут какие-то люди, выжившие непонятно как. У них должно быть... Мы можем попытаться обокрасть их. И заброшенный дом. Давайте, давайте попробуем все-таки до конца добить дом. И... вперед. Не знаю, я не помню, нужна ли нам сейчас... отмычка, но мы с вами посмотрим. Давай, Павло, мы здесь забираем все. Нам нужны компоненты. Ага, нужно через подвал, я точно. Это точно. Так. Нужно как можно больше компонентов. Пока только доски. Отлично. Так. Забираем компоненты.
Я надеюсь, что наверху это все-таки крысы, а не кто-то. Так, записка, в которой сказано: в первый день они нас ограбили, два дня спустя они убили наших девочек, я перестрелял их всех. Но я больше не хочу брать в руки пистолет, я сломал его, закопал в саду. Ага, значит, в саду есть пистолет, ребятки. Так, еще компоненты. Это мы пока оставим. Там крыса. Успеем раскопать или нет? Надеюсь, что да. Давай, Павло. Должны успеть. Хоть места и нету, но мы будем знать, что там лежит, и возможно, будет что-то полезное. И здесь можно будет поставить, в принципе, кормушку для крыс. Точнее, не кормушку, а даже ловушку для крыс, если мы ее сможем сделать. Я думаю, что это было бы здорово. Я не знаю, конечно, можно ли ее брать с собой. Может быть, охотиться на крыс с этой ловушкой надо у себя в доме, но мне все-таки кажется, что вот именно на каких-то вылазках. Давай, Павло, давай, времени еще куча. Отлично. Только не говорите, что он закрыт. Ясно. Итак, друзья, посмотрим, что в рюкзаке. Дерево, так, 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 вот это что, порох для изготовления припасов и взрывчатки. Я думаю, знаете, его, наверное, мы выложим. Где у нас здесь были запчасти? Его мы выложим, возьмем запчастей. Сейчас они нам более необходимы. Так. Все. Вот это вот. Все. Давайте бежать к выходу. Мы сюда вернемся, заберем остаток. Возьмем с собой две отмычки. И я думаю, найдем что-то интересное еще. А вот здесь пистолет, да? Если да, то это очень круто. Да. Прости, дерево. Но... Так, оружейные детали, сломанный пистолет. Давайте две капельки чистой воды выкинем. Вот так вот. По всей видимости, у нас есть первое оружие. Четвертый день. И еще один довольно удачный улов. Кто-то явился ночью и ограбил нас. Кто-то пытался ограбить нас. Это была просто парочка мародеров. Поэтому они смогли нанести лишь немного вреда. Как жаль, что у нас не было оружия. Злата получила ранение, но грабителям не удалось ничего унести. Мы способны защитить себя. Злата получила легкое ранение, я думаю, тогда, если у нее легкое ранение, можно перевязаться. Можно перевязаться, а... Так... Голоден и сильно устал. Давай-ка ты сначала пойдешь модернизируешь нас. Да, сделать.
мне нужно отдохнуть. Давай, короче, беги, отдыхай. А Светка у нас пойдет. Или это будет модернизация идти целый час? Что-то не совсем понял. Я хочу есть. Ну давай, поешь. Так, давай-ка посмотрим, что у нас можно сделать вот на этом верстачке. Лопата, ножик. Нам нужно будет две отмычки, которые мы должны сейчас, я думаю, прямо сделать. У нас не хватает что? Таких вот частей? Да, только одна отмычка. Это плохо, друзья. Это плохо. Нужно дерево, еще части. А что мы можем сделать на этом верстаке? А, ну так правильно, мы его идем делать. Так. Я бы поспала. Надо сделать еще одну кровать. Двух кроватей для троих людей как-то маловато выходит. Кто-то за дверью. Мастер воодушевления. Любит детей. Быстрый бегун. Хороший математик. Ну что, Света, давай тогда ты пойдешь поторговать. Ты попробуешь построить кровать. На кровать нам не хватает досок, да? Тогда мы, пожалуй, сделаем вот так вот. Так. К нам пришел паренек, который готов обменяться. Итак, смотрим, что у него есть. У него есть вот такие вот запчасти. Это довольно распространенный товар, поэтому мы его возьмем штучек 5, я думаю. Что можно ему отдать? Отдадим две книги. Также можно отдать сахара, пока нам он, в принципе, не очень нужен. Отлично, мы договорились. Угу. Это у нас что? Выпьешь, и жизнь становится лучше. Так, бинт. За бинт я даже не знаю, что нам дать. Вот в чем дело, понимаете? Давайте возьмем бинт, попробуем вот таких вот трав. Пару трав. И давайте тогда так вот. И еще пару сахара. Ну куда не пойдет? Ну, дружок, уже... Ладно, одну книгу еще отдадим. Так, не пойдет, давай больше. Походу, сахар его вообще не привлекает, да? Так, давайте посмотрим. Ювелирное украшение. Отлично, мы договорились. А что можно у тебя тогда убрать? А если так... Так не пойдет, да? Ладно. Отлично, мы договорились. Ну, хорошо, бинт и запчасти. Все. Бинт есть, запчасти тоже. Быстренько бежим. Стул мы можем сделать? Стул можем сделать, но... Нам надо пока сделать пару отмычек. Одну, точнее, отмычку сделать. И кровать. Кровать. На нее надо 5 досок. 5 досок. Давайте хотя бы стул сделаем.
Мой желудок урчит. Так, 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 ребятушки, смотрим, что нам нужно для третьего апгрейда. Компоненты, доски. В принципе, доски, компоненты, а что мы можем сделать? Вот на эту. У-у-у. Довольно много вещей необходимо. Компоненты, запчасти и доски. Ну, на следующей вылазке, я думаю, мы сможем набрать досок и заколотить дыры. А, кстати говоря, так, вот если верстак... На каком верстаке можно улучшить оружие? Позволяет чинить сломанный агристель. Нам нужно улучшать верстачок, друзья. Нужно улучшать верстак, чтобы мы смогли сделать пистолет. Сколько у нас частей оружия? Наши вещи. 4 части оружия. Есть сломанный пистолет, поэтому мы, думаю, его починим. И порох. Так-с. Давай тогда садись сюда. И что, Павел, как у нас? Голоден и устал. Светка просто устала, очень голоден. Да, надо, пожалуй, покормить Антона, а то он скоро откинется. Нам нужно, в общем... Да много чего нужно. Тяжелое положение. Я не ожидал, что целых 4 персонажа достанется. И кто-то писал даже в комментариях, что это действительно хардкор. Ну, будем надеяться. Ладно, давайте завершим этот день, потому что нам, по сути, делать нечего. И, может быть... Да, по-прежнему все эти здания... Голодна, легко ранена, устала, просто голоден. Ты будешь добывать, ты будешь охранять, ты будешь спать, и ты тоже будешь... Так, ты будешь спать, ты будешь охранять. И опять в заброшенный дом, друзья. С собой берем 2 отмычки. Обидно, конечно, что вылазку можно делать лишь в тот момент, когда ночь. И... То есть, если вот сюда мы придем с кормушкой для крыс, с тем, чтобы добыть, у нас не получится, и придется, считай, целую ночь тратить только на... крысятничество. Так, давайте смотрим. Забираем здесь все пока что. Надеюсь, что-то полезное. Так, давайте доски выкинем пока. 2 патрона. Это по-прежнему крысы. Нужно куча запчастей и досок. И тут у нас еще есть что обобрать. Слушайте, друзья, мы нашли весьма-весьма пикантное местечко. Удобрение, кофе. Косячки, материалы. Так, что у нас есть в
кровати. Бинт. Бинт и лекарство из трав. Бинт мы, конечно же, возьмем. Куча запчастей. Так, хорошо, давайте воду тогда выкинем. Выкинем порох пока. И выкинем... Так, доски, лекарства. Даже не знаю. Ну, тут всего одна осталась, так что нормально. Значит, сюда мы будем возвращаться, когда у нас появится кормушка. Чтобы забрать все остальное. Поставить кормушечку. Напишите, друзья, в комментариях, если поставить кормушку для приманивания крыс, то он сразу ее поймает или только придется через ночь, на следующую ночь приходить обратно и забирать. День 5. На этом, я думаю, мы будем заканчивать. Ставьте как можно больше лайков в поддержку этому прохождению. С вами был Локи. Всем огромнейшее спасибо за просмотр и пока-пока.